Подумал, подумал, посоветовавшись с вами, я изменил название канала, потому что латиницы и малахов практически никто не набирает. Страна у нас все-таки русская, поэтому нашим шрифтом, чтобы было все ясно и понятно. Название канала теперь простое до безобразия. Малахов Геннадий. Хотел добавить целительные силы, но программа не пропустила некорректное имя. Поэтому просто и ясно. Малахов Геннадий. И также я изменил заставку канала. То есть, так как вначале думалось, что это будет целебная кулинария и только целебная кулинария, поэтому там с колпаком и зеленью, то сейчас оставил я свое фото в виде поварешки, изменил название на простое, лаконичное и всем понятно Малахов Геннадий, а для того, чтобы ясно было, заменил подложку канала на фото четырех книг целительной силы. Так что теперь это будет постоянная картинка моего канала. Прошу в гости!